Всем привет. Ох, у меня и вынос мозга сегодня был с движком от фризера, перемотанным. Z выхода 1, Z2, U1, U2. Вот так вот намотаны, походу. А вот так вот подключены, перемотаны. Я вот все облазил, вот так вижу. Вот, нашел какая-то схема. Потом наткнулся. Какой он был? Не срастается, и все, хоть перевод он китайский. Как он продут? Просто каким включением будет работать, тоже посмотрим. Так вот век живи, век учись. Вот видишь как. Ну теперь будем знать. Через задвижки китайские. Всем удачи, будьте здоровы, веселы. Побольше приключений.